тебе лучше как туда сидишь. Ну что, мы пойдем? Пошли к Матроне. Андрей, мы просто немножко направляем это хлопочка. Угу. Пойдем, 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 быстрее. 10 осталось. Я сейчас не успею. А. Ага. В общем, пришли мы на Красную, где большой театр. Сейчас здесь пофотографируем, сейчас погуляем. Цум. Вот он такой. Маша его фотографирует на память. Вот он, большой театр. Вот такой вот. Тут, конечно, билеты очень дорогие. Здесь ни разу не был. Надо как-нибудь купить билетик сюда. Вот они, фонтаны. Сейчас тоже туда пойдем. Мелкий с ума сходит. Это съемка? Да. Как я вчера говорил, лайки, подписки. Главное, что? Я вас красно. Ну что, пойдем туда, на Красную. Ну и все. Дальше в путь. Что, он в фонтан упал? Вот так холодно. Пока она должна быть теплая. Сейчас упадешь туда. Фотосессия? А? Фотосессия? Вадим. Так, пришли мы дорогу, идем на Красную. Вот такой памятник здесь. Написано: пролетарии всех стран, соединяйтесь. Хорошо, что сегодня еще погода более-менее, хоть ветрено, но
гулять можно. Сегодня уже был дождь. Красная площадь получается вот за этим деревом. Фонтан такой. Вот за деревьями уже Красная площадь. Пойдемте. Здесь кафешки, рестораны всякие в этом здании. Мы здесь были в Гудмане один раз. Прикольно там мясо. Ценники, конечно, дорогие, но мясо вкусное. А чё? Какую сумму? Ну, герши эту, что оставили. Вот здесь вот в Гудман мы ходили с Катей. Только-только послушала эту увлекательнейшую историю. Так, тут и ярмарки проходят. Здесь. Вот все приехали крутые покушать. Гудман. А вас именно на хендайчике? Чё-то забыла. Вот она, Красная площадь. Так, смотрите. Нет. Клумбы здесь такие высажены. Так, налево, значит, площадь. На Вечный огонь пойдем? На Вечный огонь пойдем? Ну да. Можно на Красу зайти. Что, будем монетки кидать? Конечно. Ну, это нулевой, да, идет? Нулевой километр? Да. Есть? Да. Что начинается? Говорят, здесь начинается. Есть мелочь? Найдем. Так, отходим, пожалуйста, не должно быть. Один друг. Так, вот мы идем на нулевой километр. Вот они, люди кидают монетки. Загадываешь желание, кидаешь монетку. Потом люди подбирают и забирают. Ну что, кидайте монетки. Кидайте монетки. Просто в центр становишься, через спину швыряешь далеко. Загадываешь желание. Да никто не ждут, пока ты деньги кинешь. Давай. Подожди, то есть я сейчас подхожу в центр. Центр, да. Поворачиваюсь к вам лицом и через левое. Да, плечо. Да, и загадываю желание, кидаешь. Вот, уже побежали собирать деньги. Это с чемоданами приезжают туда. Деньги на них помещаются. Да, подожди. Побежал. Хорошенькая работа. Ну что, Катя, идешь? Да. Давай, иди. Ты желание загадал? Что загадал? Только не говори слух. То не сбудется. Так быстро? Да, конечно. Уже магнитиков своим подобрали.
что, вперед? Да, пойдем дальше. Вот и Красная площадь. Ну как у нас погода пошла? Погода, да, круто. Там Ленин, туда, я не знаю, только выпускают в один раз в неделю, по-моему, по каким-то определенным дням. Там обычно китайцы приходят почему-то туда. Все? Я чела одна вот так. Есть такая фотка, да? Угу. Отъебись от меня! Это все попало на камеру. Это увидит миллионы людей. Это скрытая съемка. Да. Так, ну мы дальше идем или что, или здесь будем только фоткаться? В общем, людей здесь очень много, все вышли на прогулку, так как и по острову. Очень много. Покривляйся на камеру. Сейчас, да. Так, вот он, Ленин. Давай меня поснимай. Я снимаю. А так хоть блогер в блоге будет. Засветится немного. Какой красивый, да? Сейчас мы пойдем. Самый офигенный любитель. А, ну вот за краном, за этим. За краном, на вашем месте. За краном, перед. Вот он, тебя не пускают. Да? Да, там людей нет, не пускают.
В общем, на лобное место не получится прийти, вон оно стоит вот здесь. Там сейчас ремонтные работы идут. Ну как-нибудь туда сходим. Там просто по сути круг, где кидают монеты. Там просто очень большая энергетика. Прикольное место такое. А куда мы сейчас идем? Сейчас мы идем в ГУМ, есть мороженое, очень вкусное мороженое. Красное. Короче, там в конце стройка идет, делать там пока нечего. Так, вот он, вход. Мы отсюда будем заходить? Отсюда будем заходить? Так, вот мы поднимаемся по лестнике. Чуть там не застрял. Чуть там не застрял. Куда пойдем? За мороженым? Да. Прикольно. Интересно. А? Ну давай меня поснимай. Веди нас. Да, идемте дальше. Кстати, надо сейчас попробовать мороженое и этот и коктейль сделать. Газировку дешес? Да, которая в СССР была. Погнали дальше. Тут есть ветер. Ага, больно? Погнали!
Ты можешь так идти, Вадик, как Фантомас. Пошли. Вадик так и идет. Короче, тут есть велики, продаются, причем постоянно, сколько они стоят. $96,000. Можно Жигули купить на эти деньги. Так, вот мы пришли с замороженным. Мне белый шоколад. Мне белый шоколад. Ты представляешь, что не видишь? Мне белый шоколад. Мне белый шоколад. Ты вишню одну берешь? Три. Опять крутая съемка. Бери. Катя, тогда одну вишню, одну вот эту шоколадку. А еще одну? Да, я съем два молока. Так, подожди, не ешь. Надо сфотографировать, можно? Тогда сфотографируем. Еще одну. Да. Так, сюда лазачка. Все? Андрюш, можешь сфоткать? Да, я видео снимаю. Ну, ты видео снимаешь, я хочу сфоткать. Пойдемте, сядем. Погнали, Денис, скамейку сегодня идем. Ну давай, ты уже эти руки заняты. Кстати, обалденно мороженое, прям как Пятигорское, когда оно еще не испортилось. А сейчас я снимаю на широкоугольную камеру в широком угле, чтобы все захватить. Куда? Лево, право? О, свободная лавка. Чего? Я вас буду снимать, как вы будете есть. Да я шучу. Ох, Идрен Бартон. Это Андрей говорит, что его не снимает. Вот его снимаем. Я кто тут, смотри. Мне мороженое. Вкусно? Ну, хватит снимать, что я когда делаю. Только мне можно так снимать. Мне тоже можно так снимать, понятно? А это дороже, это стоит 114.
какой-то электронный. Прикольные велики. Где я нашла? Нашла? Что там делаешь? Дурью маешься, а? Туалетов. Кто громче? Шикарно. Плохо. А? Тихо говоришь. Орать не буду, туалет будет. Замечательно. Вкусно пахнет, все прекрасно. Чистенько, комфортно, все секса. За 50 рублей. Уютно. И точно остаться жить. Ищи за 45. Самый прикол, потому что мы сейчас зашли на первом этаже в туалет, и он стоил 200 рублей. Да, исторический туалет. Это просто пипец. Это уже одурили в конец выпить. 200 рублей – это самый дорогой туалет, который я встречал в Москве, а вообще в России. 200 рублей. Не знаю, что там в этом туалете за 200 рублей. Кать. А? Пойдем? Пойдем. Дальше. Ты знала, что Нугум строил еще этот Романов? Да, это он строил последний царь. Все, я тебя заснял, как ты кружился. Да. Все, я тебя выложу на YouTube и твоим одноклассникам скину. Да, вся школа знает, как ты крутишься. Нет. Да. Да. Ярче выглядит. А здесь Андрей сияет ярче всех. Как это улица называется? Улица Никольская. Вадик, который уже всем тут под ноги лезет. Все, мы закончили наше путешествие. Мы едем в депо объедаться устрицами. Ну-ну. Будешь, Маша? Конечно. Вадик, попробуешь? Устрицы будешь, Вадик? Не, я пить буду. Гребешки будешь? Пить буду. Устрицу он, наверное, не поймет, не надо на него это переводить. Ну что, двинули дальше? Да, в сторону метро.